больше всего поразило в Иране, я вот такой случай расскажу. Он характеризует отношение к русским. Вы знаете, я вам скажу одну вещь. Слово «Руси» – это русский на фарси. Это универсальный пароль для того, чтобы открыть сердце любого иранца. Для того, чтобы оно открылось тебе, и иранец стал твоим другом. Скажи только одно слово – «Я Руси». И все. Я на себе это ощущал не раз и не два. И первый раз я ощутил, когда посещал мавзолей великого имама Хомейни. И вот, когда я хотел посетить этот мавзолей, мне нужно было пройти там по одному проход. Подходишь к металлоискателю, к охраннику, он там что-то тебя спрашивает. Я на фарси не знаю. И когда я подошел, он спросил меня что-то на фарси, я никак понять не мог, а что он от меня хочет. А он раз за разом спрашивает, я, конечно, не понимаю, оглядываюсь назад, переводчик, который стоял в отдалении, а там нельзя, там надо по одному подходить. Он в отдалении решил мне помочь, и вроде бы как бы и дернулся ко мне. Охранник, разумеется, на это среагировал. И тут я ему в отчаянии сказал, ну русский я, ну что тебе от меня надо? И он, только услышав слово русский, сказал, а, Руси, улыбнулся и говорит, проходи мне, я сразу понял, все, и ничего он на меня не спрашивал. И вы знаете, и таких вот после этого, когда я говорил спасительное слово Руси, то люди совершенно, они просто, в их глазах сразу я видел радость, они сразу становились друзьями. Это удивительно, это удивительно.